на конкурс «Дети читают стихи». Мезенцев Олег, 9 лет, город Новокузнецк. Отрывок из стихотворения Самуила Яковлевича Маршака «Вот какой рассеянный». Жил человек рассеянный, на улице бассейный, сел он утром на кровать, за рубашку надевать. Рукава просунул руки, оказалось это в руки. Вот какой рассеянный, с улицы бассейной, надевать он стал пальто, говорят, он не то. Стал натягивать гамашу, говорят, он не ваш. Вот какой рассеянный, с улицы бассейной, вместо шапки на ходу, уйдет в сковороду, вместо вальных перчаток, надевал себе на пятки. Вот какой рассеянный, с улицы бассейной. Он даже на трамвай, он ехал на вокзал, и двери открывали, вожатому сказал. Глубоко вожатый, емый, вагон уважатый, вагон уважатый, емый, глубоко уважатый. Пошел ты не стал, мне надо выходить, неделю трамвай вокзал установить. Вожатый удивился, трамвай остановился. Вот какой рассеянный, с улицы бассейной. Он просил буфет, покупать себе билет, а потом выручаясь на кассу, покупать бутылку кваса. Вот какой рассеянный, с улицы бассейной. Побежал он на перрон, близ отцепленный вагон, нес кузыны и чемоданы, рассовал их под диваны, сел в углу перед окном и заснул.